Сколько стоит продуктовая корзина в Дубае? Булки и хлеб по 8,5 дирхам. Куриная грудка 52 дирхама за килограмм. У нас огромный выбор, и цены очень варьируются. От 20 дирхам за килограмм до 150 дирхам за килограмм. Следующая рыба сибас по 29 дирхам за килограмм. Мне ее сразу почистили, убрали кости, отделили кожицу. Это супер удобно. Цветная капуста 5 дирхам за килограмм. Зеленый перчик по 22 дирхама за килограмм. Груши по 11. Сельдерей по 6. Авокадо по 11 за 1 килограмм. Листья салата по 4 дирхама. Здесь я купила оливки на гриле по 29 дирхам. 2 литра сливок по акции на 34 дирхама. Органические яйца по 26 за 20 штук. Это отдел с молочкой. Здесь огромный выбор йогуртов местного производства. И я купила 2 килограмма йогурта за 12 дирхам. Колбаса получилась на 15, сливочное масло тоже на 15, арахисовая паста по 16 дирхам, кокосовая вода 15 за 1 литр, семена чия 23 дирхама, хумус на 7 дирхам вышел, печень трески на 14 дирхам, овсянка 5 и сода 2 дирхама. Стиральный порошок вышел всего 13 дирхам и зубная паста 35 дирхам. Вот такая корзина получилась всего на 548 дирхам. Дорого это или дешево?